Всем добрый день. Вот вроде как огород весь посадила. Все посеяла. Но осталась петрушка. И семян достаточно много. А земли уже нет. Все везде посеяно и посажено. И вот мне придется вскапывать дорожку. Мы ей уже не пользуемся. Уже придумали другую. Там мы ходим. Ну вот чем я и займусь. Привет. Вот я вскопала. Не сразу, правда, получилось вскопать, потому что у нас шли дожди. И я вскопала, получился очень такой неплохой кусочек земли. Можно сеять. Но тут одна возникла проблема. Здесь было огромное количество муравьев. Если я увеличу, и вы увидите, то есть муравейник на муравейнике. Что же делать? Из всех самых действенных способов, которые были перечислены в интернете, что сделать такой приемлемый для меня, я нашла это кипяток. То есть закипятить кастрюлю и потом вылить на это место, и муравьи должны уйти. Иначе сеять там, где муравьи, это значит, что ничего не вырастет. В общем, вот кипяток. Заодно проверим, работает ли. И вот в их норку льем, ну и на близлежащую землю. Еще один способ я вычитала, это шкурки с грейпфрута или любого цитрусового. Если оставить, они не переносят этот запах. Но вот попробуем. Итак, дальше я все буду заливать кипятком. Ну, сегодня я, конечно, сеять ничего не буду, это, скорее всего, завтра. Заодно мы погоняем муравьев. Добрый день. Вот, наконец-то, перекопали, заскородили, муравьев погоняли. И, кстати, после вчерашней обработки кипятком они все-таки ушли. Может быть, не все, но большая часть. Теперь буду садить... Вернее, сеять петрушку. Уже говорила, семена петрушки я собирала самостоятельно с той петрушки, которая росла у меня в 2020 году. В этом году, поскольку семена еще, я думаю, годные, их нужно все выработать, то есть посеять, для того, чтобы была зелень на закрывашке. Не буду, буду сеять вот как получается. Я очень надеюсь, что что-нибудь вырастет. Место там, где я посеяла, я посыпаю пеплом, как и все, что я раньше сеяла. Вот, хорошо для того, чтобы было видно, где ждать ростки. Все высеяла, всю петрушку высеяла, все посеяла, посыпала пеплом, полила водичкой. И вот такая грядка у меня получилась. Вместо того, что было бесхозной, никому не нужной дорожки. Все, всем спасибо за просмотр. Пока!